Я участвовал тоже в большом проекте, где было много тысяч участников, и кастинги, и отборы, и выступления. И после первого же отчетного концерта вылетел. Тогда я просто не совсем понимал, чего я хочу, как это все будет выглядеть. Но я не воспринимаю это как провал или поражение, это очень хороший опыт. Такой удар по голове. Чувак, тебе надо что-то делать. Я бы хотел, чтобы люди после моего выступления что-то искренне почувствовали. Это может быть грусть, это может быть радость. Самое главное, чтобы это было честное, искреннее чувство.